В администрации Люберец прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. На встрече обсудили вопросы безопасности в период новогодних праздников. Насколько городской округ готов к длительным выходным, расскажем в следующем сюжете. Новогодние и рождественские праздники пройдут с 30 декабря по 8 января включительно. Если для большинства людей эти 10 дней будут выходными, то для представителей экстренных служб наоборот – время особой ответственности. В числе тех, кто в боевой готовности – сотрудники пожарной безопасности. Сформирован адресный список объектов, задействованных в проведении праздничных мероприятий. Это дома культуры, дворцы культуры, парки отдыха и площадки для запуска фейерверков. Объекты культа задействованы в праздновании Рождества Христова и места реализации электротехнических изделий. На всех объектах сотрудниками отдела надзорной деятельности будут проведены профилактические мероприятия в виде профилактических визитов, консультирования и информирования о требованиях пожарной безопасности. К возможным чрезвычайным ситуациям на объектах ЖКХ подготовились заранее. В округе создан оперативный штаб, в который вошли руководители территориальных управлений, ресурсоснабжающих организаций, а также службы ЕДДС-112. Руководители предприятий жилищно-коммунального комплекса, независимо от собственности, поручены издать приказы по предприятиям, по принятию дополнительных мер по обеспечению противопожарной и антитеррористической безопасности в период с 30 декабря по 8 января 2024 года. О готовности к предстоящему праздничному периоду отчитались руководители территориальных управлений, а также представители торговли, образования, здравоохранения, спорта и культуры. В режиме повышенной готовности будут нести службу сотрудники полиции и МЧС. Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.